Добрый день, сейчас вам покажу колготки Германии. Такие вот лосины для совсем маленьких, колготочки. Такие колготки Disney H&M. Так, они идут на 86 сантиметров. И колготочки тоже H&M на 98 сантиметров. Такие колготочки. Тут имеется загрязнение. Такие колготочки. Так, на 80-86. Так, такие колготочки. Тоже тут небольшие загрязнения. Так, они маленькие. Такие колготочки. Так, на 128. Такие колготки тоже на, это леггинсы, тоже на 128. Такие тоже лосины, тоже примерно на 128. Маленькие. Так, на 74. Такие колготочки, скорее всего, вот они на 80-86. Такие колготочки. Нет, лосинки, размерчик не указан. Также лосинки на 98-100, здесь загрязнения небольшие. Также колготочки, тоже с загрязнениями. Такие лосинки маленькие на 92. Такие колготочки на 98. Колготочки, размерчик не указан, но они примерно на 100 будут. Такие колготочки также где-то на 128, на 128 бриджики, ой, лосинки, извиняюсь. Такие колготки, они идут на, так, не указано, это H&M. Так, такие колготочки на 120, такие колготочки, они идут тоже на 120. Такие маленькие на 74, такие тоже с минималс. Так, размерчик не указан, где-то на 90, скорее всего. Так, такие носки гольфа, так, на 39-42. Такие колготочки, размерчик не указан. Такие колготочки, тоже размерчик не указан. И колготочки H&M, они идут на 50-56, на 74. Такие колготочки, сзади вот с такой совой, размерчик не указан. И колготочки, также не указан размерчик. Лосинки также не указано, на какой размер. Такие колготочки небольшие, загрязнения на пяточках, на 122. Также тут идет такой шарфик, также попалась кофточка на 122, состояние не очень хорошее у нее. Такие колготочки на 80. Так, эти колготочки H&M на 98-100. Так, вот такие колготочки, они идут на 122. Такие совсем маленькие, они на 50-56. Так, такие H&M на 74-80. Такие маленькие, они идут на 50-56. Такие на 74. Тут имеются небольшие загрязнения. Такие колготочки, лосины, точнее, 74-80. Так, вот такие колготочки, они идут на 122. Так,
такие веселые колготки на 110. Такие лосины. Размерчик не указан. Также колготочки, также размерчик не указан. Такие колготочки на 74,80. Такие, так, размерчик на 86,92. Такие маленькие. На Hello Kitty на 62. Такие, размерчик не указан. Такие уже побольше размерчики на 142. Такие леггинсы на 122. Такие колготки, размерчик не указан. Такие колготочки идут утепленные, также размерчик не указан. Такие колготки, они идут на, так, и 3638 размер. Такие колготочки, также не указан размерчик. Такие, они идут размерчик М. Такие колготки, так, размерчик, так, LXL, лосинки, это точнее. Такие колготки H&M на 122-128. Такие колготочки не указано, на какой размер. Такие колготочки на 146-152. Такие лосинки. Размерчики не указаны, но идут утепленные. Такие колготки также размерчик не указан. Такие колготки на 122. Лосины вот такие, также размерчик не указан. Такие вот яркие колготки, они идут на 128-134. Такие колготочки внизу немного загрязненные. Так, размерчик, это H&M, размер 128 сантиметров. Так, вот такие лосинки, колготочки 44-46. Такие вот колготки, так, 42-44. Такие колготочки, размерчик не указан. Такие вот, так, на 122-128. Такие колготочки внизу на пятках загрязнения на 140-146. Такие колготки, они идут на 116-122. Здесь такой интересный вышивка у них. Такие колготки на пятках также имеются загрязнения, 36-40 размер. Такие колготочки, лосинки, так, они на 110-116. Вот такие, так, на 110-116. Такие колготочки, размерчик не указан. Такие колготки, так, 36-38. Такие колготки на 134-140. Лосинки вот такие утепленные, термобелье SM размерчик. И тоже лосинки, они идут SM. Такие колготочки, так, они идут на 122-126. Такие лосинки, они идут 40-42 размера. Такие тоже лосины, термобелье такое, размерчик не указан. Такие серые лосины, тоже термобелье, размерчик не указан. Такие лосинки, термо 110 сантиметров. Такие тоже утепленные, они идут на 128-134. Такие колготочки детские, они идут на 80 сантиметров. Такие колготки, так, они идут на 110. Такие колготки идут тоже на 110. Такие маленькие, они идут на, так, не указано. Такие тоже маленькие. Также этикеточки отрезаны.
Башмаки колготки черные. Так, они идут на 110. Какие колготочки? 110. Такие красивые термобельона 134. Такие тоже термо. Они идут очень дымно, 110-116. Такие вот лосины тоже размерчик не указан. Колготочки на 86. Такие вот колготки H&M 98-104. Такие вот с Мини-Маус Дисней. Они идут на 86. Такие размерчик не указан. Такие тоненькие. Так, метрика. Так, это бурак с меня. Такие колбасинки термобелье на 98-104. Такие колготочки, они идут на 62-68. Такие колготки H&M, они идут на 62-68. Такие вот, они идут на 62-68 тоже. Такие красные колготочки, размерчик не указан. Такие колготочки тоже внизу загрязнения. Так, размерчик не указан. Такие колготочки на 80 сантиметров. Такие колготки на 5-6 лет. Такие колготочки, они идут на 134. Такие колготочки. Так, размерчик не указан. Такие вот колготки. H&M, они идут на 86. Такие колготочки. Размерчик не указан. Такие колготки. Также размерчик не указан. Такие колготки. Так, размерчик не указан. Такие коричневые. Так, размерчик также не указан. Такие колготки. Так, они идут на 152 сантиметра. Такие. Так, они идут на 116-122. Такие на 110. Такие капроновые. Не указан размерчик. Такие на 9-10 лет. Такие колготочки. Так, они идут на 122-128. Такие колготочки на 110-116. Также на 110-116. Так. Такие пластинки утепленные 36-40 размер. Такие колготки, размерчик не указан. Так, вот такие тоже термобелье. Так, также размерчик, XL. Такие колготки, размерчик не указан, идут утепленные. Такие колготки. Так, размер на 116-122. Такие колготки, размерчик не указан. Колготочки с бантиками, они идут на 122-128. Такие колготочки, они идут на 134-140. Такие лосинки, они идут на 122-128. Вот такие тоже лосины, они идут SM. Такие колготки тепленькие, размерчик не указан. И последние колготки. Размер. Так, размерчик 44-46. Спасибо за внимание.